Вы знаете, благодать Божья выражена в триединстве Божества. Бог Отец, в Библии написано, что сделал? Отдал Сына Своего. Сын Божий дал Духа Святого. Дух Святой дал дары человеком. Триединство Божие выражено в даянии. Почему мы с вами сегодня переживаем это? Потому что Бог добрый, и Бог дает не мерою. Бог дает. Ну хорошо. Но мы же смотрим теперь не со стороны Бога, а мы смотрим теперь со стороны нас. Теперь мы смотрим теперь, а как выглядит это с нашей стороны? Вы знаете, с нашей стороны как выглядит? Благо взять. Это наше. Мы же ничего не даем, мы берем, мы принимаем. Оно наше. И мы говорим: о, слава тебе, Господи, за твою благодать, что ты отдал, но она для меня взять, потому что она даром. Даром. Потому мы с вами сегодня иногда пользуемся так этим сильно. Но я хочу, чтобы мы поняли одно. Если Его благодать на нас, то тогда благодатный дар, который в нас, он будет выражен теперь через наши акции, которые мы будем совершать, уже уподобившись Богу, который живет в нас. Если Божья благодать на нас, то тогда я становлюсь подобным Ему и поступаю, как Он. И теперь для меня благо отдать, благо пожертвовать, благо помочь. Когда Божья благодать на мне, я уже не скряга, я уже не жадный, я уже не обидчивый, я уже не грубый, я уже не жесткий, я уже не тот, который за всякий пустяк требую своего эгоистического подхода. Но теперь наоборот, благодать на мне. Я прощаю, я люблю, я покрываю, я помогаю, я отдаю, я жертвую. Почему? Потому что Он любит, потому что Он жертвует, потому что Он отдает. И это Он сделал даром для меня. И теперь Он призывает, чтобы и я был таким же, как и Он.